Добрый день! Мы продолжаем проходить игру Conan, приступаем к прохождению новой локации, и здесь Дебри Пиктов. Пикты, как мы с вами помним, это заклятые враги кимерийцев. Мы будем с ними сражаться. Черт, не могу запрыгнуть в камни, а нам нужно. Нам нужен этот камень. Ведь только с помощью этих камней мы сможем с вами, так сказать, сохранять игру, прогресс. Мы сюда прибыли довольно-таки интересным способом из одного из этих, так сказать, водопадов. В процессе путешествия с нас смыло, так сказать, все наши обмотки, шлем с рогами и, собственно говоря, те, так сказать, напитки из меха. Что ж, давайте возьмем дополнительное оружие, которое мы видели, купаясь. Вот он. Однолезвенный топор. Давайте посмотрим, что это. Так, оружие. Это самое большое оружие, которое может получить воин. Гигантское стальное лезвие сделано из лучшей ванахеймской стали. Закаленное в крови сотни рабов, это оружие стало очень крепким. Совсем небольшое количество людей могут управляться с этим топором. Тот, кто сможет биться им, да, этим топором, тот станет легендой поля боя. Что ж, мы подняли, так сказать, самый первый топор. Мы его, в принципе, могли видеть, когда смотрели умение под, так сказать, древковое оружие. Покажи его, покажи, вот. У нас есть парочка движений, которые мы умеем делать, собственно говоря. По идее, можно вкладываться, так и сказать, в еще дополнительные атаки, но мы этого делать пока не будем. Если вдруг у нас... Блин, там шумно. Так вот, если вдруг у нас останутся, так сказать, свободные очки опыта, конечно же, мы вложимся и сюда. Но, в принципе, что такое топор, я вам сейчас покажу. Нет, топор. Вот. Farmer, I'm the big, I'm the strong, and I have a big axe. Kill, smash, stomp. Вот, первый потребитель, так сказать, первая жертва. Он с двумя маленькими топориками. Нормально, мы его сделали. Вот, собственно говоря, так дерутся топором. То есть это более, так сказать, инерционное оружие, соответственно, с ним будет немножко сложнее. Но мы все-таки Конан, соответственно, мы мечник. Крест Севера мы изучили, это 2-1-1, так сказать. Прыгун. А вы знаете, я думаю, это хорошая атака. Так, что у нас должно быть сначала? То есть концентрированная точка — это атака в прыжке, пробивает оборону. Так, у нас должен быть резкий удар. Я его умею делать? Да. Нет, я его не умею делать. Я нагнал. Ладно, давайте его выучим с прицелом на вот эту атаку. Что, в принципе, необходимо, так сказать, увеличивать диапазон наших умений. Да. Такая атака с подсечкой. Хорошо. Что ж... Давайте, так сказать, планомерно истреблять данную, так сказать, живность. Эй, ты!
Иди сюда! Сколько вас? Они еще топорами швыряются. Вот нехорошие создания. Так, ты спустись ко мне, эй. Таким мы его добили. Что ж, нам немного досталось. 306 очков, но тем не менее мы молодцы. Теперь мы можем взять то, что мы хотели, в принципе. Где этот прыжковый удар? Да, это будет супер-атака. Мы ее возьмем. 1, 2, 2. 1, 2 и 2. О, да. И она очень сильно, так сказать, тратит выносливость. Видите, у нас ее очень мало осталось. Но где-то здесь я видел кувшин с вином. Вот он стоит. Сейчас мы, так сказать, подкрепим наши силы. Да. Пряный аромат вина. Подогретого с травами там какими-то. Очень вкусно. Что сказать? В древние времена вино было не то, что сейчас. Блин, шаман. Так это был шаман. То есть данный шаман, он владел какими-то колдовскими навыками. Как видели, он нас кидал какую-то, я не знаю, молнию или еще что-то. Но, тем не менее, Конан с такими противниками поступал всегда одинаково. То есть он верил в силу стали, и обычно сталь и, так сказать, сила воли превозмогали. Так, но тем не менее, мы взяли карту земель пиктов, прошу прощения. Давайте изучим ее. Так, на коре старого дерева нанесены ритуальные пометки и рисунки. Но вы наверняка сможете узнать там некоторые контуры. Это точно карта? Так, мы находимся там, где у нас, как всегда, стрелка нарисована. Нам, видимо, туда, где находится крестик. То есть куда-то сюда, вниз. Да. Внезапная карта. Продвигаемся далее. Интересно, что это такое? Это золото, интересно? Или тут у них, так сказать, мешочки с пеплом? Нет, это не сломать. О, я вижу лечилку. Китайские травы. Замечательно. По крайней мере, восполнил здоровье. Полезное приобретение. Что я могу сказать? А нам туда. Так. Здесь, похоже, будет загрузка. Видите, там картинка просто. Сейчас проверим. Видите, да? А, я потерял управление. Он сам бежит. Хитрая рожа, а? Да. Пиктленд. Нормальное название. Но это, видимо, их деревня. То есть мы пришли отсюда, откуда-то. Теперь там тоже статичная картинка. Река. Утро. Звук ночи. Туман. И большой-большой варвар у дверей. Открывай! 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 Ах ты, часовой. Да блин. Ах
Нормально. Разобрались. Странно, что они мне не открыли дверь. Я просил по-хорошему. Откройте дверь. Я не вышибал ее. Что такое? Ой, блин, еще один шаман. А, нет. Обычный боец. Иди сюда. Кровь богу Крому. Убей. Убей. Хорошо. Нормально разобрались. Так, берем еще одно, так сказать, чарку вина. Эй, ты! Подходи! Иди сюда! Ура! 381 очко. Давайте вкладываться, что я могу сказать. Нам потихоньку необходимо прокачиваться. Пока ударов, мне кажется, хватает. Давайте возьмем его, что уж там. Базовое движение. Оно всегда необходимо. Кстати, можем поприкалываться. Есть такая возможность. Давайте возьмем топор. Разрубил, типа, чурбанчик. Вот так вот. Наруби, трава... Наруби. Отлично, нарубил. Опа. Офигеть. Блин, оказывается, в огонь вставать не стоит. Как мы могли наблюдать, это болезнь. Что ж, разнесем, так сказать, их запасы дерева. И возьмем еще один камень священный. Замечательно. Здесь у нас как бы распутье. Идти прямо или налево. Прямо или налево. Нет, 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 меч хочу. Сначала мы сходим прямо. Точнее, налево. Прямо это туда было. Ладно. Ну вот, видите, да, хватило одного удара, чтобы вышибить данную дверь. Потому что мы прокачали удар на все 100%. Так, так, так. Я вас вижу. Вы меня тоже. Опа. Я встрял. Немного потерял управление над камерой, но тем не менее мы это сделали. Так, что у нас здесь? What are we here? Твою мать. Кром, я не могу вышибить эту дверь. Она хлипка, но сил не хватает. Я слаб. Придется пойти вниз. Замечательно. Так, кстати говоря, давайте сверимся с картой. Где мы? Мы на мосту! Нам нужно к кресту! Замечательно. Опять камера пропала. Вот перехват, так сказать, камеры не очень удобен, на мой взгляд. Как мы видели, мы потеряли управление на некоторый момент. Целебный эликсир. Нас немножко подлечил. Так, там есть пирога. Мы на ней, наверное, отправимся в путешествие по этой реке. Ну и есть встречающие. Что ж, мы с ними разберемся. Еще жертвы! Мясо! Ра-р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 а-
На! Разбей! Убей! 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 Отлично! Умение! Прокачал! Атака! Исключительно! Вон там два бойца. Я иду к вам. Камера. Мотор. Экшен. Ну что ж, это была последняя жертва. Пиктов больше не осталось. А мы спокойно садимся в лодку. The Picts were close at Conan's heels. Canoes made from birch bark were pursuing his boat with a pack of hungry wolves after a wounded deer. The Cimmerian managed to stay beyond their sight, but the Picts were closing in, searching all the small islands, crooks, and mouths of inflows where he could hide. Fortunately, that was holding them up. He escaped them thanks to an immense, almost inhuman reserve of strength. He drew the boat forward with mighty rowing strokes and rested only at places where the fast-flowing river allowed. However, this could not last for long. The pursuers had many paddlers, but he was alone. Замечательно. Он даже не очерпывает воду из земли. Fate led Conan to a place which had such a reputation that it was avoided even by the cruel and wild Picts. When the shaman realized how far they had gone in the heat of the hunt, he quickly ordered his bloodthirsty warriors back. He believed that the evil surrounding this place would destroy his men as certainly as it would kill the Cimmerian they pursued. In the cave of a solitary rock, there resided the remains of a strange race, ruled by long dead spirits. Here, evil lived in its most concentrated form. Куда это мы прибыли? Господи боже мой! Видите это привидение? Да. Похоже, это могильник. Причем, похоже, могильник такой, который требует внимания ведьмака. Да. Наши инстинкты говорят, что здесь кто-то есть. Что ж. Ну, я думаю, так сказать, исследовать данную местность на предмет, кто здесь скрывается, мы будем уже в следующей части. Земли пиктов мы прошли. Следующее у нас на пути, так сказать... Древние руины. Или что это такое? В общем, могильник. Спасибо за просмотр.